Всем привет, с вами установочный центр ПК Авто. Мы находимся в автомобиле Kia Cerato 4-го поколения 2020 года. Дорест. Они отличаются немного магнитолами, но у нас есть нарезы, но на дорест. Комплектация у нас пустая, без ничего, камеры заднего вида нет. Есть штатный USB, который, кстати, работает. И кнопки на руле, наверное, даже не все, вот тут каких-то кнопочек не хватает. Не помню, какие тут есть кнопки в полной комплектации. Теперь про магнитолу. 9 дюймов, производитель Vomi, серия AK, 4 на 64 гигабайта плюс LTE. Это бюджетная версия, но на 4 гига. То есть она цена-качество, скажем так. Есть еще дешевле у нас в наличии. Это чуть дороже дешевого варианта. Но уже с LTE, с классным экраном и быстрой работой. А ну, главный экран, интерфейс, естественно, не отличается от бюджетной версии. AK и ZX серия. Камеру, как и говорил, мы не ставили. А, не переключается, клиент заблокировал коробку. Хорошо. Магнитола сейчас подключена к нашему Wi-Fi, но также в нее можно вставить сим-карту. Поехали в Сбербанк. Слот для магнитола выносной не прям в магнитолу вставляется, а в бардачок мы вводим. Дополнительный USB и слот для сим-карты. Все тут, не видно, аккуратненько засунули и все. Флешка клиентская вон светится, моргает. Например, нажимаем музыку на ней. Музыка. Выбираем, нажимаем три точки и выбираем диск. Вот. Все, это клиентские песни. Играют, щелкаем с руля, кнопочки на руле все работают. Вперед, назад, вправо, влево. Класс. Выключить звук. Кнопочка включает Яндекс.Навигатор, с кружком мы ее всегда программируем. Нажимаем, у нас включается Яндекс. Поднять, положить трубку. При включении габаритов экран притухает, выключаем, обратно ярче становится. Магнитола вообще реально классная, бюджетная. Хотите преобразить свой автомобиль, добавить чего-то вместо красного радио, то это самый лучший вариант цены и качества. Переходите по ссылке в описании, звоните, пишите, ответим на все вопросы по магнитолам Vomi, проконсультируем, отправим в регион, поможем по видео в установке нашего оборудования. Все будет классно. Всем пока.